Один из претендентов на пост президента США, сенатор-республиканец Тед Круз, уволил главу своего предвыборного штаба Рика Тайлера за распространение ложной информации о другом кандидате, сенаторе Марко Рубио. Круз заявил, что намерен вести кампанию честно и открыто, и публично принес свои извинения Рубио. Пиарщик лишился работы за публикацию видеоролика, в котором Рубио якобы некорректно отзывается о Библии. В итоге распространенное видео оказалось фальшивкой. На последних праймерис в Южной Каролине Рубио показал второй результат, после чего смог заручиться публичной поддержкой нескольких влиятельных членов республиканской партии, сенаторов, губернаторов и бывших кандидатов в президенты. Впрочем, пока лидерство во внутрипартийной президентской гонке среди республиканцев по-прежнему у Дональда Трампа.